Сегодня я начинаю готовить майонез. Соль у меня вот здесь, вот соль, перец, лимонный сок, горчица, яйцо, сахар нам нужен будет, оливковое масло, подсолнечное масло и вот баночка, где вот из-под майонеза, и здесь я буду готовить. Да, в рабочей форме. Чтобы не забрызгаться. Все, сейчас я все это разобью в эту самую баночку, а потом попробую миксером. Если не получится взбить, значит, я поставлю еще в холодильник. Ну, вот так. А потом еще раз взбью. Ой, как это? Забью. Ну, ладно, сделаю. Все. Так, добавляю ингредиенты. Сахар. Пол чайной ложечки добавлю. Так, соли. Тоже пол чайной ложечки. Это морская соль. Так. Теперь. Добавляем дальше лимон. Лимон. Вот тут у меня 2 столовые ложки. Сейчас я возьму 2 столовые ложки. Половиночку лимона. Где-то 2 столовые ложки. Лимона. Теперь ложку горчицы, чайную ложку горчицы. Вот тут вот с горкой. Ну, можно еще масло. У меня есть такие мерочки, я не знаю, так на глаз, вот мерочки. Подсолнечное масло. Так, такая мерочка. И оливковое масло. Если все время будет только оливковое масло или больше оливкового масла, то будет горько. Не знаю, какое это масло оливковое. Если что, подолью. Так. Разбиваю яйцо. Сразу. А, не бьется. Нужно ядро. Посмотрим потом. Попробую потом в следующий раз одно яйцо. Вот два яйца. Так. Чуть-чуть перчика. Для вкусу. Все. Все. И сейчас вот здесь все. И сейчас начну взбивать. Посмотрим, что будет дальше. Ну что, вот такой получился у меня майонез. Вот он. Немножечко жидковатый. Но у меня техника не совсем такая. Должен еще немножечко остыть, и будет все хорошо. Здесь вот он такой вот держится крепко. Он должен немножечко остыть, и все будет хорошо. Это майонез я сделала специально для селедочки под шубой.